Весна, весна. Мне же захотелось окрошечки, я себе сделала окрошку на воде. Сейчас буду обедать. Видели пост про целлюлит? Вот они, эти капсули. Я пользуюсь ими уже давно. Пользуюсь периодически циклами. Эффект просто обалденный, девочки. Я вам советую, если вы боретесь с целлюлитом и перепробовали уже все, эти капсулы, они просто его сжирают изнутри. Поэтому я вам очень-очень их советую. Фотографии, которые я выставила в пост, я сейчас залью сюда. Это настоящие фотографии моих подруг. У меня есть куча-куча фотографий людей, клиентов, которые я не знаю, либо в приложении. Но это именно фотографии моих подруг и моя попа. К сожалению, я написала в посте, почему она у меня была в таком состоянии. Здесь 60 капсул. Это один из последних и один из тех продукций, которые еще в пластиковой вот такой вот оболочке, но над этим работают. Две капсулы в день, и прям кожа меняется снаружи, и силуэт меняется, подтягиваются мышцы. Это самый, наверное, распространенный продукт в Италии, потому что очень-очень все борются с целлюлитом. Буквально я вам в следующий раз о нем расскажу. У него немножко другая функция, он именно на кожу более влияет, более в тонус ее приводит. А это именно жрают все вот эти вот, все эти жирные клетки, которые вот эти вот изнутри. Так что очень-очень вам советую. Я не худенькая, вы это знаете. Ну вот показываю вам эффект антицеллюлитных капсул. Вообще самое главное, это, простите за видосик, это принять себя таким, какой ты есть.